Джина знает свой магазин, да, Джиночка? Залетай. Сегодня открыто. Здрасте. А есть у вас еще Синулокс? Синулокс. Синулокс какой? 250 миллиграмм. В таблетках. Джина, стоять. Куда побежала-то? Так, еще одну упаковку Синулокса взял. Таблетки взял. Коробку выбросил, а то тащить неудобно. Так, в карман положил просто и все. Пошли. Что ты там увидела? Там никого нету. Листья зеленые, да? Скажи, давай здесь останемся, никуда не поедем. Смотри, какое красивое дерево. Тебе вот только сейчас по деревьям лазить с твоим когтем. Джинка, пошли. Выздоровеешь, вместе залезем на это дерево. Джинка, пошли. Не, кстати, друзья, вот вы в комментариях тоже спрашиваете, как там коготь, как коготь. Я вам скажу, вроде бы лучше становится. Мы уже вот курс пропили, 10 таблеток мы выпили Синулокса, но надо там 10 дней попить. Вот я вам сейчас покажу, Джина, ну-ка стой, стоять. Вот видите, он уже почти такого же цвета стал. Чуть-чуть вот внутри есть еще вот краснота. Но оно сразу не проходит. Пошли, Жиночка. Так она уже не хромает, гуляет, все хорошо. Но мы вообще почти что не гуляем. Постельный режим соблюдаем и пьем вот эти вот таблетки. Но не могу найти нигде этот хлоргексидин 4%. Нигде нету, прикиньте, хотя и прописали. Ни в одной ветаптеке нету. Джиночка, оказывается, такая молодец. Я всегда ей этот Синулокс запихивал в горло. Ну, она глотала, все нормально. А сейчас попробовал на язык. А потом просто я вспомнил, что она иногда его жевала и глотала. И сейчас и попробовал сам на язык, такой вот нормальный вкус. И сам только что вот купил, дал ей. Она раз таблетку съела и еще половиночку сама съела, прикиньте. Так что Джиночка молодец. Сама таблетки жует. Ну что, Джиночка, что тебе надо тут? Давай посмотрим. Пуллер. Пуллер хочешь? Жина. Вот, вот это возьмем, да? Какое? Ух ты! Нравится? А как же? Ну бери. Только она вот жует их постоянно. Дай. Опор. Джина, опор. Все, пошли. На кассу. Это молодец. Вот, уже продырявила, блин. Ах ты хулиганка. Тебе на один раз. На, Джинка. Пошли. И пошла в обход. А нам не туда. Спасибо. Джинка. Ну, забирай. Пошли. Где выход? Ищи выход, Джиночка. Пошли, Джина, вперед. Давай. Бери, пошли. Довольная? Все? Вы же тоже с пуллером, как и клёпа. Пошли, давай, вперед. Вот они твои друзья. Пошли, вперед. Пошли, Джина, вперед. Вперед, пошли. Вперед. Все, до свидания. Вперед. О, киска, продавец. Продает, да? Бумажечку снимем, чтоб ты так не ходила с ней. Динка, ко мне. Оп. Все, пошли. Ай, молодец. Довольная. Пошли, пошли, пошли. Пошли, девочка. Пошли. Ай. Побежали, побежали. Побежали. Но нам с тобой пока что бегать особо нежелательно, Жень.
Джинка тащит меня туда, в гору, мы там с ней игрались, она хочет, чтобы я ей побросал. Джина, у тебя лапка еще болит, тебе пока нельзя бегать, пошли. Пошли. Просто подбираю у тебя где-нибудь сейчас на полянке. Ну, друзья, вам собака, смотрите. Мимо прошла. Джина, пошли за лепешкой, Джина. Пошли за лепешкой, сходим. Пришли за нашей любимой лепешкой. Да, Джинка? Здрасте, а можно лепешечку? Все, Джинке теперь никто не нужен. О, 3 штуки, 50 рублей. Лимоны. Булочная. Красота, да, у нас тут как в этом, в Майами-Бич. Папка в шерстяных башмаках сюда приехал. Не, ну они хорошие, они, в них не так жарко. Мне не надо, туда тоже не суй. Короче, взяли вина, еды, курочка у нас. Будем отмечать старый Новый год в горах. Рюндель, не суй свой нос, куда собака свой. Спасибо. Не сует. Вкусная штука, да? Угу. Что это такое? Картошка с чем-то? Картошное масло внутри? По-любому что-то внутри есть. Или картошка с маслом сливочным. Сыр. Сыр? Сыр. Сыр внутри. Очень сочно, вкусно. Джинка дома. Давайте за вас и за нас. Чтоб все у всех было хорошо. А мы уже привыкли ходить сюда в горы. Видите, там море. Классное место. Последние деньки здесь. Поедем в Геленджик, в общем. На день, на два через Геленджик. А там посмотрим. Посмотрели видео, как про Геленджик. Там так красиво. С собаками есть где погулять. В общем, поедем отсюда, в сторону дома. Сначала в Геленджик, потом там еще какой-то город, там через 5 часов. И вот так потихоньку доедем домой. Уже месяц в этом Лазаревском. Знаем уже все здесь, все улочки, тропы собачьи. И вот уже по всем горам пролазили, нашли свое местечко. Уходим сюда часто в горы. Чисто вот посидеть отсюда, посмотреть на море, на небо, на все Лазаревское. Отсюда все видно из этих гор. Вот море видно. Такой вид смотришь, да? Сидишь тут, балдеешь. Сегодня, правда, ветерочек, а так в основном здесь хорошо. Да и ветер тоже нормально. Январь месяц, кайфуешь. Можно прям загорать, вот так вот раздеться, лечь. И вот и сегодня сюда пришли. Я вот не хотел идти сюда и что-то опять пить. Но мы по дороге зашли в красно-белое. Ты скажешь, цвет успаивает, Дима. А рядом с красно-белым столовая наша ложка. А там-то столько вкуснятин всяких. Вот взяли мы 2 окорочка, картошку какую-то необычную. Там внутри сыр. Так вкусно все выглядит. И недорого, офигеть, как вот не покушать.
И вот мы взяли вина, коктейльчик. И вот мы сидим тут. Жалко, Джинки нету, Клёпыч вот с нами лазит. Она исполняет команды за вкусняшки. В общем, кайф, а не жизнь. Я раньше, блин, думал, что вот когда в Зеленограде жил, никогда же в Сочи не был. Думал, Сочи это какой-то такой курортный город, очень там вот как все в Москве, все дорого, все как-то вот и народу много. Оказывается, здесь и районы Сочи же есть. Вот. Просто вот в Лазаревск, Геленджик также уехать можно. Столько всяких классных мест. Ушел вот, хочешь, в городе потусовался, когда зимой, к примеру, тоже хорошо там, пляжи. Хочешь подальше уйти от всех, пошел вот в горы, поднялся, кайфуешь, в горах лежишь. Вообще классно. Сегодня 13 января. У нас светит солнце. 14 уже? Новый год же наступил. 14 сегодня. А чё мы до сих пор еще за квартиру не заплатили? И он молчит, да? Ну, я думаю, что мы съехали 12-го. Так я же сказал, что мы остаемся. Ты им сказал? Конечно. Короче, нам еще за квартиру надо сейчас вот за день. Ну, короче, завтра, наверное, мы уедем отсюда уже все. А может, оставить? В Геленджик. Так, короче, со Светой, блин, тут такие... Мы решили то остаться, вот у меня камень ушел с почек. Вылетело, и все, решили остаться еще на месяц. Погода хорошая, думаю, что там делать? Вроде помирились. Ну, ты скажи, что мы не ссоримся, просто Клёпа пристает к Джиме. А сегодня здесь... Света ко мне подходит и опять начинает с того, ну, что я... Клёпа бегает к Джине, меня это напрягает, то есть не меня, а ее. Ее это напрягает, что она привыкла, что у нее Клёпа бегает везде. В общем, я что-то опять задумался, думал, ну, опять начинается. В общем, из-за собак ругачки у нас. Из-за собак. Да, у нас так все хорошо, у нас собаки. У нас... И Света говорит, давай я сниму квартиру, будем вместе здесь останемся, но я буду там жить, я здесь. Я говорю, я так не хочу. Приехали сюда, опять живем, ты там, я здесь, как бы. Ну, а смысл? Мы и в Зеленограде можем так жить. Ну, здесь тепло зато. Здесь, говорит, тепло зато. Ну, если я боюсь, что... У меня собака пристает к твоей собаке, и они могут подраться, и будет виноват... буду виновата я, если они подерутся. Потому что у меня просто пристает денег. Короче, я говорю, поехали домой. Что-то в тенек спустились уже с гор. Как-то холодно стало. И весь мусор уносим с собой, друзья. Никогда на природе не оставляем ни бутылки, ни целлофановые пакеты, ничего. Все уносим с собой. Вот красивый отель. Рядом с горами. С видом на море. И вот еще один отель, красивый, тоже рядом горы, вид на море, бабушка вон смотрит с балкона, думает, как же хорошо здесь на пенсии жить. Динка, Хрюндель, пойдемте покажем, какой у нас тут бомбезный закат. Это просто что-то. Только что было солнце, уже 5 минут прошло. Солнце уже садится за море. Смотрите, как красиво. Обалдеть. Короче, завтра уезжаем в сторону Геленджика. Там остановимся, потусуемся в Геленджике. А потом домой, к дому. Красота. Что, Зиночка? Давай Зайку покажи, сидеть. Сидеть. Зайка. Вот она, наша красавица, Зайка. Ты молодец. Голос. Ой, молодец.